Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телеканал «Радуга-3» предлагает вашему вниманию очередной выпуск спортивной программы «Овертайм». Рассказ о заметных событиях из мира спорта Сергиевского района. И сегодня мы с вами поговорим о футболе. Поговорим неспроста. Мы приготовили любителям этой великолепной игры настоящее яркое и голевое пиршество. Итак, меньше недели остается до главного события старта первенства Самарской области среди команд муниципальных районов. Футбольный клуб «Сергиевск» под руководством наставника Джамиля Миначева готов наверняка к новому турниру, новому для себя вызову. Наш телеканал будет подробно освещать каждую встречу. Естественно, все самое интересное вы найдете только у нас и на нашем официальном сайте. Футбольное приложение программы «Овертайм» будет выходить регулярно, по крайней мере, мы так планируем. Ну а сегодня хотелось бы вспомнить вместе с вами незабываемые моменты предыдущих сезонов. С участием нашей команды мы приготовили вам небольшой сюрприз. В течение программы мы посмотрим лучшие забитые мячи сергиевцами в ходе первенств 2015 и 2016 годов. Более того, мы подготовили свой хит-парад 25 самых красивых и необычных голов в исполнении наших футболистов за два последних года. Так что усаживайтесь поудобнее, вся наша программа будет посвящена исключительно забитым мячам. Ну а в конце вы узнаете, кто же стал автором самого красивого гола футбольного клуба «Сергиевск». Итак, вперед, друзья, как говорится, поехали! Итак, 25 место. Александр Бачков. Игра против Большой Черниговки. Необычное исполнение 11-метрового удара. Удар! Вратарь отбивает, но прямо перед собой Александр Бачков на добивании. Мяч в сетке. 2-1. 2-1, уважаемые друзья. Сумели таки наши футболисты забить. В 2015-м против красноармейской «Зари» великолепно отыграл Михаил Исаков, и он у нас на 24-й позиции. А сейчас Михаил Исаков в удар головой, и мяч в сетке! 2-1 на 26-й минуте. 11-й номер отменно пробил головой и вывел футбольный клуб «Сергиевск» вперед. Итак, Михаил Исаков, 2-1, «Сергиевск» выигрывает. В 23-е место Марат Таразанов. Игра против «Колоса» Изборского района, 2016 год. В синих футболках, и команда «Колоса» Изборского обороняется всеми силами. Но это Марат Таразанов. Удар в дальний угол. Неотразимый удар. 3-0. 3-0. 44-я минута. Наша команда увеличивает преимущество в счете. Сергей Махов, и снова игра против «Зари» из Красноармейского района, на сей раз уже домашняя в 2016 году, и его великолепный мяч. На 5-й минуте Сергей Махов убирает оппонента, бьет в дальний угол, и счет матча открыт 1-0. Сергей Махов, 11-й номер, становится автором быстрого гола в ворота «Зари». Артур Яковлев свой первый гол за футбольный клуб «Сергиевск» забил. Он попадает в наш хит-парад на 21 место. Тайм, удар в исполнении Артура Яковлева, и 3-0. Счет становится. Первый мяч. Первый мяч Артура Яковлева за футбольный клуб «Сергиевск» в нынешнем сезоне.
Продолжаем хит-парад. Дальше у нас место с 20 по 16. На 20 позиции Марат Таразанов, «Игра против Ники». Из большой глушицы в прошлом году она состоялась. Мяча Марат Таразанов головой пробивает, и мяч точно в ворота ложится. 1-0. 22-я минута. Марат Таразанов открывает счет в этой встрече. Девятнадцатое место, и снова Марат Таразанов, «Игра против Луча» из Красноярского района. Минувший год, последний тур. Пробивает, и все-таки сокращаем мы счет. И все-таки забиваем мы в этом матче. 1-2 результат. Бенефис Марата Таразанова продолжается. 18-е место, «Игра против Хворостянской звезды» в 2016-м. Себе под удар подрабатывает мяч и направляет его точно в нижний угол. Футбольный клуб «Сергиевск» открывает счет в этом матче. 1-0. Наша команда ведет. Игорь Камайкин, 17-е место. «Игра против челнежинского «Металлиста» в 2016 году. Гостевая встреча. Номер бьет по воротам, и как в матче недельной давности с Никой из большой глушицы удался ему этот выстрел. Игорь Камайкин открывает таки счет. Михаил Исаков в минувшем году против футбольного клуба «Кошки» в гостях великолепно сыграл, и он у нас на 16-й позиции. Максим Якушев делает навесную подачу в район штрафной, и Михаил Исаков головой расторопнее всех оказывается. Наш богатырь бьет головой и восстанавливает равновесие в этом матче. 2-2. И снова возвращаемся к нашему футбольному хит-параду. Самые красивые мячи футбольного клуба «Сергиевск» в сезоне 2015-2016. Марат Таразанов на 15-й позиции. Игра против футбольного клуба «Пизенчук». Но Александр Николаев здесь играет великолепно. А это Марат Таразанов с разворота после передачи в исполнении Игоря Камайкина выводит футбольный клуб «Сергиевск» вперед на 34-й минуте. Наша команда добивается успеха, и половину дела сделал вот этот человек, 18 номер, Игорь Камайкин. Кирилл Григорьев в 2015-м в Красноармейском районе сыграл великолепно после корнера, он на 14-м месте. Ну а на 10-й минуте Кирилл Григорьев открывает счет после подачи углового. Одного оставили 15-го номера. Защитники «Зари» и Кирилл Григорьев, который так радуется забитому мячу, открывает счет в этом матче. 1-0. Денис Гаврилов, 13-я позиция, «Игра против Колоса» из Борского района, продавил всех наш защитник. Он на 13-й позиции. Сейчас было жарко в их штрафной площади. А это Денис Гаврилов на 12-й минуте ударом головой открывает счет. Михаил Исаков, «Игра против Миллиораторов» в 2015-м на 12-м месте. Положение, но сейчас снова Михаил Исаков, «Игра в стенку», получает обратную передачу от партнера по команде. Удар по воротам и 4-1. Счет становится за 20 минут до завершения матча.
Камо Брайан и снова Мелиоратор, но на сей раз 2016-й, на сей раз игра в гостях. Великолепное исполнение, 11-е место. Камо Брайан, удары наконец-то все-таки на 63-й минуте. Камо Брайан сокращает разрыв в счете 3-1. Футбольный клуб Сергиес проигрывает, но уже, по крайней мере, не 3 мяча уступаем, а 2. Возвращаемся к нашему хит-параду самых красивых мячей футбольного клуба «Сергиес» в сезонах 2015-2016 годов. И на 10-м месте у нас Сергей Либакин. Матч против «Утёпской Искры». 5 минут выглядел очень инертным. Поменял на Камо Брайана. Это удар в исполнении Сергея Либакина. На 30-й минуте достигает он цели. 2-1. Девятая позиция. Андрей Петров. Игра против Мелиоратора в 2016-м. Такая неудачная для нас была игра. В навес. Удар Андрея Петрова и 3-2 на 82-й минуте. Восьмой номер. Капитан команды Андрей Петров сокращает разрыв до минимума. И сергиевцы уже в шаге от своего спасения. Восьмая позиция. Игорь Камайкин. Заря Красноармейского района 2016 года. Великолепное исполнение. Сергей Махов. Навесная подача. Игорь Камайкин с близкого расстояния. Второй мяч в сетку соперника отправляет. Вот так дуплетом выстреливают сергиевцы в этом поединке. 2-0. 2-0. Максим Якушев в гостях против Колоса из Борского района. Точным ударом он попадает у нас на 7-е место в нашем хит-параде. Сначала Максим Якушев, затем Михаил Исаков, а теперь снова Максим Якушев. 5-2 делает спустя 3 минуты после того, как Михаил Исаков забил 4-й мяч. Максим Якушев забивает 5-й. Великолепное исполнение. Удар в дальний угол и без шансов для молодого голкипера Колоса. И снова Игорь Камайкин. Великолепный и настолько важный мяч во встрече против Большеглушицкой Ники в 2016-м. 6-е место. Вперед чаще, что, естественно, нас не может не радовать. Игорь Камайкин бьет из-за пределов штрафной. Это не берущийся удар. Игорь Камайкин. 62-я минута матча. 18-й номер футбольного клуба «Сергиевск».
Итак, вы посмотрели 20 самых красивых мячей футбольного клуба «Сергиевск» в сезонах 2015-2016 годов. Но настало время лицезреть пятерку лучших. И на пятом месте у нас Марат Таразанов. Игра против «Зариски» Черкасского района. Это была первая встреча в минувшем сезоне для футбольного клуба «Сергиевск». Марат Таразанов с линии штрафной наносит удар по воротам, и мяч летит точно в девятку. Вот так вот футбольный клуб «Сергиевск» открывает счет в этом матче, забивает свой первый мяч в сезоне 2016 года. . 2015 год. Село Утевка. Игра против местной «Искры». Андрей Петров. Четвертое место. Вышел из ворот и парировал удар. Ну а это Андрей Петров на 23-й минуте решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади. И его выстрел оказался голевым. Номер 8. Андрей Петров на 23-й минуте. Игорь Камайкин, челновершинский металлист, 2015 год, когда уже все ясно, мы чемпионы, Игорь Камайкин вот такой вот гол забивает. Он вышел на замену, ну а это Игорь Камайкин на 30-й минуте второго тайма. Великолепным выстрелом делает счет 5-0, дубль на счету 20-го номера. Второе место. Камо Брайан. Встреча против Колоса Изборского района в гостях. 2016 год. Чудо-гол. В 21-й минуте Камо Брайан корнер подает, и вот так вот порывом ветра мяч в ворота заносит. Великолепный удар Камо. Хотя, наверное, здесь нужно говорить, что не ветер помог Камо, а наш игрок мастерски исполнил. Ну и самый красивый, самый эффектный мяч, забитый футбольным клубом «Сергиевск» за два минувших сезона, это гол в исполнении Андрея Петрова. Игра против футбольного клуба «Безенчук». Маненко, Андрей Петров у мяча, Максим Якушев также. Андрей Петров пробивает, и мяч от штанги влетает в ворота. Вот так вот на 24-й минуте «Сергиевцы» восстанавливают равновесие после нескольких атак на владение гостей. Дальний и точный удар нашего капитана приносит успех. Итак, друзья, вы посмотрели 25 самых красивых мячей футбольного клуба «Сергиевск» в сезонах 2015-2016 годов. Скоро сезон новый, сезон 2017 года, и мы надеемся, что забитых мячей сергиевцами будет немало, и немало будет красивых голов, которые и попадут в наши следующие хит-парады. Ну а на сегодня программа подошла к концу. На следующей неделе мы открываем футбольное приложение программы «Овертайм» и игра первого тура против «Торпедо» из Кинья-Черкасского района. Ровно через неделю увидимся с вами, друзья.